Приветствую всех на канале Вечный Пилигрим. Это похождение Норда Хрёрика, воина в легкой броне, избывающая с двуручным молотом. И сегодня у нас, что будет в серии, мы надо добраться уже до форта Стражи Рассвета, там повстречать Норда и Сарин Журар, то есть Гунмара и Сарин Журар, которые... собственно, мы вернули Стражу Рассвета, а пока что нам надо поработать в битве, чтобы забить остаток веса всяким лутом, плюс попрактиковаться в ношении тяжелой и легкой брони. О, легко на прокачивание по мини навыки наши. Так, умри. О. Одну броню с собой взять. Амулетик можно взять в коллекцию. Это, блин, исчезло, ладно. Так, здесь мы можем лечиться путем применения заклинаний школы восстановления. Угу. У нас все уже неплохо качает. Броня и прочее я не беру. Я же продавать могу, ну, стальную террасу я взял, чтобы улучшить. Есть улучшить на верстаке и, собственно, тем самым прокачать все кузнечное дело. Что такое, что за копейки? А, не враги? Ага. Умри. Мне очень нужны деньги для прокачки навыка. Зачарование путем покупки камней душ заряженных. Блин. Зацепил, ну ладно. Лечить восстановление. О, мародер. Вот такого должны быть. И 250 монет. И его терраса мне очень интересно. Ну и тебе на. Доблокировался до низкого уровня хп. Так, вот так берем, наверное, пока все. А я успею. Первый у меня длинный молот, он же молот рада, у меня скорость атаки выше. Ну вот, было 200 в начале серфия, 2415. Львиная доля, конечно, с самого мародера, но тем не менее. Пережил в атаку с разбега, ладно. 20 кило, 24. Вот хотя бы. Так. Здесь зачистили, бежим дальше. Мать его. Ну, это была последняя стрела в твоей жизни. От таких стрел можно даже не уклоняться, пусть мне качает легкую броню. Не-не, граноцвет мне вообще никак не нужен. Спасибо, я не качаю. Вернее, не имею права варить зелье. Сам, поэтому не нужно так стрелу еще скинуть. Так сказать, чтоб не маячили в инвентаре. Для коллекции. Камушек. Так, кто там еще у нас? Бандит. Что, добивание не прошло? Ну ладно. Забери.
Ну вот как-то так. Так, легкая броня в самом начале битвы повысилась. На пункт, ну и тут процентов 20 подняли. Понятно. Терпимо. Кутила. У меня же вроде есть зачарованное ожерелье. Нет, нету. А мед конинга тоже нет. Соответственно, они мне бесполезны. Ладно, печально. Смотрим руду. Да, вон она. Слушайте, это корунд или золото? Я не помню. Как бы это не золотая тут жила. Да, это золото. Я помню, что где тут должно быть. Да, тут. Приныкано. Еще один брат бури. Потенциально сейчас мертвец. Вот растяпа. Да. Отдыхай. Изгой. Ну что ж, иди сюда. Так, сохранимся. Удачно очень битву пережили. Лут. Терпимый. Прокачка навыков хорошая. Плюс один к восстановлению. Плюс один к легкой броне. Камушек. Так, нам к крепости не надо. Угу. Ну это корунд. 317, 18 килограмм еще есть. Хорошо. В целом неплохо распределили вес, то есть идем почти полностью загруженным, то есть использовали весь доступный переносимый вес почти эффективно, так сказать. А не полупустым бегаем, к примеру. Показалось. Кролика мы проигнорируем. Ой, братья бури. Да хранит тебя Талос. Не, вас. Да хранит тебя Талос. Потому не что... Надо Правда? Вот так-то. Тоже отмычку. А нет, показалось, это факел. О! Главаря братья бури завалили. Но это из мода. А, отлично, запасли зелье увеличения. 200 стрел лучка попадает, станет мне они не нужны вообще. Поэтому и не беру. Но зелье набрали, это важно. Самое главное, идеально зелье нашли. Ладно, живи, коза. Броняшки, то есть вот эту всю нордскую, стальную, бонитовый лук, я сказал, конечно, тоска и тяжелый, зараза. Вес занимает. Ну, надеюсь, все-таки дотащу до поместья Озерного назад. Всегда веселее. Угу. Рад тебя Эти видеть. львицы мы клинок Наконец-то уже вернули. Может помочь. Так, вот ты. Ты будешь весь день пи... Ты уже А, знаешь она все, не что может меня знаю учить. Ладно, вы я. Так, у тебя. Если что-то Нет. привлечет твое внимание, готов обсудить. Значит, что делаем? Украшение. Что у меня есть по...
Корундовая руда. А, но тут нет плавильни, да-да-да. А, что бы тут сделать? Что мы тут можем продать вообще? Уверен, чтобы что-то продать, надо что-то выколоть. А у меня все руда, у меня слитков, считай, нет. Шкуры переделать. Толку. Ладно, пойдемте так, наверное. Счастливого пути, путешествия. Наверное, да. Обретите вековую. У меня лучшая снедь во всем Скайриме. Все свежее. Ладно, если что, выкину ту же стальную броню. Забыл. Был продать-то, я ничего не могу. А купить-то можно. Извиняюсь. Мне камни душ интересуют. Заряженный. Ты. Да благос... О, спасибо. Давай. Мудрость, все, что есть, все на прилавке. Так. Что ж вы крохотами не торгуете? Один возьму великий, я хватит. Я высоко ценю твою помощь. Я никогда этого не забуду. Спасибо. Пойдемте. Так, еще к алхимикам надо заглянуть. Я ищу эликсиры зачарования. У нас было назначение. Где? А вот он. Прости меня за... Погляди. Крохот, ну вот, по 76 монет. Ну это у меня красноречие просто уже подкачано сильно. Вот поэтому такие скидки. И перки вложены. Ущерб, конечно, чуток боевым навыкам, но мне очень важны скидки. Так, ну и к алхимику. Извини, я а, я этой, по-моему, уже выполнял квест. Не забывай, спасибо за доставку. Нет, да. И вот у нее есть меткость, мне не нужно, мне... Во! Умничка. Ну это мне не надо. Кстати, у женщин, наверное, торговаться лучше, потому что есть же перк. Для торговли с противоположным полом на 10% выгоднее зелье зачарователя. Всего на 10%. Не то. Снадобье, сумочек, рыцарь. Эликсир, купец. Хотя вот так я возьму. И вот так. А дальше деньги кончились. Не хотят. Ну, редкий эликсир зачарователя, спору нет, ну ладно. Это он плюс берксерк, плюс реген к магии, фут и сопротивление к магии, плюс этот. Сопротивление огню. Поводу не надо, я норд, плюс есть талант аватар. Почти полная неуязвимость к поводу, так что это все. Вот к огню, да. Ладно, денег нет снова. Камушков чуток прибавилось. Ну блин, не эликсиров зачарователя, лучше бы 2-3 иметь. А то и не 2-3, а то и больше. Блин, просто потому что в отличие от алхимии я остальные перки качаю, ну ремесленные навыки. И, соответственно, сет у меня будет нормально так создан на... Должен быть создан на боевую специализацию. Так, мы идем, да. Или корус, если слышишь, или паук. Паук.
Вот и все. Секунду, не туда свернул, вот сюда надо. Так, поместье Черного Веры, резиденция Черной Веры, мне вообще не интересно тут. Остановим запас сил. Башня. Ну, башню, понятно, я уже чистил эту разрушенную. Тут сундук. Под охрану двух бандитов на теле одного, из которых учебник король. Это, насколько я помню, то ли тяжелая броня, то ли двуручка. Но в любом случае я его читал, так что... Так. Уже читал, понятное дело, есть такой коллекция. Вот сундучок, посмотрим. Отлично, и золото, и зелье лечения. Хорошо. Я хотел, я шел к волкам, а тут кто-то еще... А, это свой. Не хочу платить штраф. Случайное попадание. Увы, ах. Ладно. Так, а что у меня по еде? Вот так ускорим восстановление запаса сил. Как следствие, мобильность увеличим. На тебе по морде. Ну и если... И уже подхватили болезнь. Да что ж такое-то? Ладно. А вот там помолимся. Его... Как там его зовут? Вот сразу рассвет. Я не помню, есть там или нет. Вылечился. Хотя... Надо было вот что сделать еще. Надо было потерпеть удары. Парирование покачать. Ну, что-то я об этом забыл. В моменте, ладно. О, как. Да похуже. Ну, вот что это? Мне его не использовать не могу, не продать. Хотя штука хорошая. Ну, зелье магии, это еще неплохо, ладно. Технически может пригодиться. Ну, а дальше-то чего? Уже куда-то побежали. Их было три. Три. На. Так, и подберем у мертвого кожи-то монет. Тут еще да, руда. Харунт. Ну, это тут. И по легенде, вот там где-то у водопада сундук с сокровищами, по карте сокровищ, там он тебя ступен. А это Каджит, видимо, хотел залезть, типа, ну, видимо, даже достал, но сорвался уже. Вот такая вот история. Не повезло товарищу кошаку. Что у нас тут? Нет, надо выше. Я его, скорее всего, уже лутал сундук, ну проверим. Может еще и зареспаунился. Хотя очень вряд. И нет, это еще выше. Да. Вот откуда меня стреляли. Ну, бандиты от пещеры стреляли. Они не конкретно как, ну, сундук охраняют. Ну так получается, что
Два в одном они охраняют вход в пещеру, локацию и сундучок. Или у меня еще нет карты сокровищ, это и так. Ты бы так не говорил. Не-не-не-не-не. Ай-яй. У меня есть-то карта сокровищ, да? Нет, это башня Валта. А у меня нет, это из приюта Редорана, по-моему. Нет, есть. Тогда где сундук? Забыл, что ли, где сундук на полуде на водопаде. Позорище. Надо найти. Или еще лучше там был водопад. Нет. Сейчас найдем все. Забывать это никуда не годится. Про сокровищ. Но это точно не там. А, как бы не вот ту самую шахту, слушайте. Да. Его... А, вон что он, я его не доутал. Я его брал, видите, оставил бесполезный. Разряженный камень душ, то что я ловушка душ не пользуюсь. И кинжал, который мне ни о чем. Все, я его лутал. Я думаю, вроде недавно не респаунился, но ладно, хотя бы вспомнили, где это. Тут обычно бывает какая-то схватка с существом, ну, рандомно. Может и лисица, а могут и вампиры быть. Это опять кутилы, все та же компания, но у меня опять же, блин, один килограмм, ладно. Сейчас из еды что-то будем выкидывать. Да что, что. Вот так сделать надо. А, у меня меда Хонинга нет. Ну давай. Интересно, вампиры уже тут будут респауниться, нет? Поджидающие меня. Не помню, после какого именно квеста это происходит. Ну да ладно, если что, отобьемся. Надеюсь. Тут никого. Смотрите, оттуда олень не убегал и кролик, то есть никого там нет по факту. О, уже посолиднее. Не-не-не, нам туда. Нужно что-то? Хоть бы вампиры напали на нас здесь. Не пришлось бы бегать по их норам. Ну да. О! А, ну с этим мы уже разбирались все вместе, да. Насколько я помню. Нет. Я бы подобрал. Значит, напали без меня. Ну, видимо, вот эти и должны были на меня напасть, но что-то, видимо, они увлеклись и пришли к форту. Ладно. Ладно, Изран. Вот мы. Так. Здесь. Чего ты хочешь? Стой на месте. Что ты делаешь? Нужно убедиться, что вы не вампиры. Осторожность никому не вредит. Итак, добро пожаловать в форт Стража Рассвета. Уверен, вы слышали, с чем мы тут имеем дело.
Могущественные вампиры, с какими раньше не сталкивались. И у них есть древний свиток. Если мы их не остановим, никто не справится. Ладно, это все понятно. Мы вообще имеем представление, чем они занимаются, и что нам делать дальше? Для этого будет время. А пока надо освоиться здесь. Самин, найди помещение, чтобы продолжить работу над этим своим новым арбалетом. Гунмар, здесь достаточно места, чтобы собрать там несколько троллей, надеть на них броню и подготовить их к делу. А мы тем временем попытаемся выяснить, зачем сюда явился вампир и почему ищет тебя. Пойдем-ка и поболтаем с ним, а? Как ты... У тебя совсем... Больной. Спасибо, но это все неинтересно мне. Ну как тебе подняться? Милое местечко, правда? Так, что у вас? Нужно что-то. Надеюсь, ты поладишь. Нужно больше золота. К нему не сразу привыкаешь. Ну, здесь-ка. Это место мне больше по душе. Интересно, с чем мы здесь столкнем? Могу попробовать. О, она еще мастер стрельбы. Ну, мне не надо это, да и денег нет. Самый простой? Если нужны материалы, поговори с Гунмаром. Так. Я хочу увеличить пробивную силу. Я всегда восхищалась, но мне не сказан. Будь паинькой и принеси мне эти... Хорошо. Достать припасы в такой... Что у нее? О, у нее есть камни душ. Но я справляюсь. Умничка, она продает. Крохотный, хоть один. Напомни, спасибо. Так, а меня из рана ждет, да? Гунмару пока не пойдем, денег нет. Смысл пытаться поторговать. Я не спорю, что у него там что-нибудь найдется интересное, но... Ну, те же слитки, но увы и ах. Я знал, что когда-нибудь это случится. Сарин, нужна помощь. Поговори с Гунмаром. У него для тебя кое-что есть. Это когда-то, во вторую эру, я пытаюсь поставить форт на службу людям. Будь начеку. Так, ты мне расскажи. Ну, здравствуй. Вряд ли тебе приходило в голову, что меня снова увидишь. Эта вампирша появилась, пока тебя не было. Похоже, это та самая из скрипты ночной пустоты. Говорит, что хочет сказать тебе что-то очень важное. Ага. Давай, выслушаем. Вряд ли тебе при... Ой, я бы с таким удовольствием. Это важно, так что, пожалуйста, это... Ну, в общем, это насчет причины, по которой я... Опять все... Я думаю, ты уже догадываешься, ага, что мой отец... Но он не всегда был таким. Это было... Превращение. Он туманное и запутанное, как и все пророчества. И вот, вот что ему нужно. Он хочет управлять солнцем, чтобы вампиры захватили мир. Ну вот, а нам с мамой как-то не улыбалось воевать со всем Тамриэлем. Так что мы попытались его остановить. Вот почему меня из... Да. Но в тебе есть что-то такое. Почему-то мне кажется, что тебе можно доверять. Надеюсь, что я не аж... Был такой план, да. Если, конечно, остальные сподобятся довериться вампиру. Ну давай, помоги мне их убедить. Ладно, так. Мы слышали все, что она хотела сказать. А теперь ты скажи мне, есть хоть какая-нибудь причина, по которой я не могу убить кровопийцу? Зачем? Из-за этой истории с пророчеством? И ты действительно в этой... Кто знает, может, пускай пока остается. Но если она кого-нибудь хоть пальцем тронет, отвечать будешь ты, ясно? Слышишь меня? Не вздумай чувствовать себя гостем. Ты не гость. Ты материал. Ты инструмент. Но смотри, не заставляй меня пожалеть о терпимости и великодушии. Потому что, если ты это сделаешь, расплачиваться придется твоему другу.
Спасибо за теплый прием. Я припомню это в следующий раз, когда проголодаюсь. Ну так вот, на случай, что бы там ни было, но, конечно, никто из нас его... Ну, я слышала, что только жили. В любом случае, нам от этого ни холодно, ни жарко. Потому что они за полконтинента от нас. Все родили. Так. Какой-то имперский ученый прибыл в Скайрим несколько дней назад. Я следил за дорогой, когда он проходил. Может, это и был твой жрец мотылька? Ты знаешь, где он сейчас? Нет. Я не собираюсь тратить людей на поиски. У нас война с твоими сородичами. И я хочу ее выиграть. Если хочешь его найти, поговори с теми, кто имеет дело с путешественниками. С трактирщиками и возчиками в больших городах. Но рассчитывай только на себя. Есть идеи, где искать этого жреца-мотылька? А то Скайрим не маленькая страна. Есть идеи, где искать этого жреца-мотылька? А то Скайрим... Так. Пока я не... Волшебники кучу таких... Вообще-то... Мне давно пора проветриться, заняться настоящим делом. Взять ее в компаньоны или не надо? Хороший вопрос. Это долгая история. Ну, придется начать с самого начала. Именно. Да, до Идрийского Мологом Балом. Она не была добровольцем, но стала первой, так или иначе. Молог Бал. Могущественный доидрический лорд, и его воля воплощается в реальность. Готовых подчиниться он награждает даром, но прежде они должны заслужить его доверие, а значит, должны быть сильными и могущественными. Церемония была ужасающей. Не будем за... Но мы все приняли в ней участие. Не лучшее семейное занятие, но речь шла о том, чтобы посвятить себя доидрическому лорду. Ну, ты почти всех нас знаешь. Моего отца давно уже нет. Закончилось все тем, что... Так что подействовало в целом плохо. Исцелиться? Не могу придумать ни одной причины. Пусть моя семья и распалась, но я-то здесь. Так, и... ладно, не ее, если что, всегда отправим назад. Я знал, что когда-нибудь это случится. Я знал, но никто не верит. Так, тут нет лестницы, только там. Хорошо. Так, денег мало. Веса нет свободного, но нам пора. Интересно, нападут на обратном пути или нет. Кого нацелиться? Врата закрыты. Пойдем. О! Громила. Я вижу, что у него огненные секиры, но ему это не сильно поможет. Деньги 100. 100. Громила тут сюрприз. Никогда не видел, что тут разбойники. Ну не помню. Ладно. Обычно тут вампиры тусуются. Во. Ну я бы сказал. Да, кстати, раз пошли такие вампирские нападки, надо иметь зелье исцеления болезней с собой. Не хватало мне этого сангвинара. Сангвинис. Так.
Сирана, Сирана. Какой хороший вопрос. Не, наверное, давай. Сказание об охоте на... Вот как? Ну ладно. Ты знаешь, все-таки иди. Искать. Что ж, нам предстоит достаточно... Хотя вот, может быть, в камень Шора забежать, там есть плавильня. На, ну, в общем-то, взяли мы следующее задание в форте, ну, Стражи Рассвета. И теперь наша задача дойти до камня Шора будет, чтобы хоть чуть-чуть выиграть по весу переносимому. Но это, наверное, будет в следующей уже серии. А пока надеюсь на ваши лайки, комментарии. И спасибо за просмотр. До новых встреч!